К чему снится дорога? Дорога очень много значит. Это ваш путь. Начало и конец пути. Начало цели и конец цели. Поэтому мы смотрим, какая дорога. Если она песчаная, труднопроходимая, значит, путь у вас сейчас будет труднопроходимый. Вы будете увязать в песке. Если это асфальтовая дорога, значит, она достаточно цивилизованная дорога. Вы будете проходить ее достаточно, будем говорить, легко. Если вниз идет дорога, значит, это не очень хорошо. Почему? Потому что, значит, как-то цели будет сложно достигнуть. Если вверх, вниз вы будете катиться вниз, но цели вы можете достигнуть, но всегда не очень хорошая цель, значит, у вас. Это как бы направление. Если ровная дорога, ну, это нормальная цель. Если вверх, надо приложить будет усилия. Опять смотрим состав дороги какой. Если состав грязный, не очень хорошая дорога, значит, это тоже, будем говорить так, то, что цель поставлена, может быть, не очень правильно. Если был сон у женщины, что она шла по дороге, а рядом с этой дорогой было глина и очень множество следов человеческих ног, которые в грязи увязли. И грязь именно вот эти следы оставила. Это тоже толкование идет в том, что многие люди пытались достигнуть какой-то цели, и они не достигли, они увязли в ней. Это может быть вот один из таких распространенных вещей, как, например, выйти замуж или же стать богатым. Вот дорога, которая устелена, вот как вот вы видите, вот тут вот камнями, большими камнями. Это старинная дорога, это в Риме, это на форуме. Это, говорит, старинная дорога, которая камни. Камни – это всегда энергия, это энергия, сильная энергия. И поэтому это прошлое, которое дает вам энергию в достижении целей. Значит, что-то было такое прошлое, что вы могли не достигнуть этой цели. И сейчас она может проявиться в этом. То есть это может быть амбиция, это может быть стать известным, может быть еще. То есть у вас осталось, есть возможность стать известным человеком. Вы накопили уже соответствующую энергию и соответствующий опыт с прошлых жизней в этой жизни. Поэтому эта возможность такая есть. Поэтому вот такие камни, булыжники – это прошлое, которое может давать энергию, энергию и опыт, который сможете достигнуть той цели, которую вы поставили.